И начнем вот с чего. В Люберецком дворце культуры отметили День защитника Отечества. С праздником мужчин поздравили первые лица, общественные деятели, депутаты и творческие коллективы. Подробности узнаете прямо сейчас. За нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет продолжится летопись наших побед. За ними Россия, за ними страна. День защитника Отечества. Один из главных праздников тех, благодаря кому россияне живут спокойно. В этом году красной дате исполнилось уже 100 лет. По традиции, добрые пожелания звучали со сцены от представителей администрации округа. Люберецкая земля богата и славится людьми, защищавшими нашу Родину. В годы Великой Отечественной войны более 50 тысяч люберчан ушли на поля сражения. 17 тысяч из них не вернулось. Это люди, которые своим героизмом, своим подвигом защитили нашу Родину. Каково это – защищать Россию и гордо носить звание участника, ветерана Великой Отечественной войны? Ответ на этот вопрос знает Николай Волков. Всю свою жизнь он посвятил военной авиации. Подполковник в отставке даже сейчас, в своем солидном возрасте, возглавляет отделение Совета ветеранов и проводит для детей уроки патриотизма. День защитника Отечества – это святое слово. Почему? Потому что каждый человек должен помнить, что патриотизм или, как говорится, защита Родины – это первое всего. И как бы он ни был занят, он должен всегда думать. Но самое главное, что человек должен быть и грамотный, и очень обязательный. Ведь же здесь должна быть честность, никаких отклонений. Ветераны Великой Отечественной войны в свой адрес получили особенные благодарности. Кроме того, на торжественном мероприятии пламенных речей удостоились участники боевых действий, локальных войн и внутренних операций. Защитников Отечества поздравили руководители ветеранских организаций и депутатского корпуса. В этот день я хочу поздравить всех вас, ветеранов, тех, кто служит сегодня в войсках, то молодое поколение, которое еще только готовится вступить в ряды армии и флота. Пожелать вам всем крепкого здоровья, крепкого духа, уверенности в себе, здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям. С праздником! С Днем защитника Отечества! Военные песни, живая музыка и тематические танцы. Концертная программа в настоящий мужской праздник стала символичным подарком от творческих коллективов округа. Даниил Михайлов, Анна Троян, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.